Привет, братва, с вами Серж, и как говорит мой хороший знакомый, назови видео лайфхаком, и его обязательно посмотрят. Сейчас я своими рученьками, я не знаю, почему я показал правую, сделаю нечто прекрасное из своего рабочего геймерского места. Сейчас расскажу небольшую предысторию того, как я вообще докатился до этого дела. Сидел я как-то, значит, на канале своего знакомого, у меня очень много знакомых, но речь идет об одном. Кстати, ссылочка находится в описании. Так вот, и увидел у него божественную штучку, называется светодиодная подсветочка. И я подумал, почему бы не сделать себе подобную штуку, но в более крутых масштабах. Сразу начал гуглить всякие там магазины и прочую фигню. Везде был гребаный шлак. Я сейчас вам даже кое-что покажу. Сука, сука, на. Все дошло до того, что я потратил вот на эту хрень 2200 рублей. Да. Не, никогда так не ошибался. Я ошибся в том, что это подсветка для корпуса в компьютере, а я хотел подсветку для стола. Но ладно, не будем о плохом, давайте о хорошем. Примерно третьим сайтом я попадаю на gamelightzone.ru. И знаете, каково было мое удивление, когда я узнал, что производство находится в Нижнем Новгороде. Я так типа все, земляки, братва, я иду у вас заказывать. Короче говоря, смотрите, что у меня есть. Вот эта потрясающая штука, это набор любого уважающего себя геймера. Я не знаю, было ли вам видно хорошо или нет, а в любом случае, сейчас я своими рученьками закастомизирую свой геймерский стол. Приблизительно вот так выглядит все в темноте. Мы видим, что мы видим, что мы видим. Мы видим один монитор, да? Но после того, как я сделаю красиво, будет все красиво. Понеслась, братцы! Ну что, самое время рассказать кое-что интересное из того, что я нашел в интернете. Во-первых, большое преимущество в том, что ребята продают уже готовые наборы, которые нужно лишь наклеить и включить в розетку. Никаких электрических заморочек и вызова электрика. Малые размеры блоков, аккуратный внешний вид, установка без шурупов, дабы не попортить место крепления. Фирменная светодиодная лента класса люкс, только сочные и насыщенные оттенки. Во-вторых, в комплекте все блоки питания и контакты плотно закрыты, поэтому вы и ваши мелкие брат или сестра точно не будут наделены магией электричества. Все безопасно на 100% со сроком службы до 10 лет. Ну и в-третьих, к пульту можно подключить 4 независимых зоны, любой длины и любой сложности. Например, подсветка кровати, шкафа, потолка, прихожей и так далее. Пульт сенсорный, и на нем можно настроить более 60 оттенков и кучу разных режимов свечения, от плавного до дискотечного. Имеется держатель для него, чтобы всегда был под рукой. Единственный момент, где придется приложить усилия, это зачистка контактов перед соединением в коннектор, так как изначально они покрыты тонким слоем лака. А так, ничего сложного. Ну что, ребята, вы только посмотрите, какая здесь, блин, красота. У меня есть чудо-пультик, с которого по цветам радуги управляется все, начиная от яркости до переключения всеразличных мазафака цветов. Это потрясающе, ребята. Больше всего мне, конечно, нравится этот. Чуваки, если вы хотите себе замутить такой же дизайн геймерской зоны, то переходите по ссылочке в описании. С вами был Серчик, спасибо большое за внимание. Не забывайте ставить пальчики вверх под этим видео, подписывайтесь на канал. И, собственно, счастья вам, любви, здоровья. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, каково вам увиденное через раз, два, три, четыре, пять.